А я напоминаю, что с вами рубрика «Ответы на вопросы», и вы находитесь на канале «Капитан Герман». Мы рассказываем о нашем кругосветном путешествии, но перейдем к сути дела. Вопрос. Почему не катамаран? Объясняю. Катамаран прикольно, катамаран классно, на катамаране много места, можно разместить стиралки, посудомойки, 10 человек на большом катамаране находятся друг от друга, вообще даже и не знают о существовании. Но, тем не менее, у катамарана есть несколько больших недостатков. Первое. Катамараны не ходят против ветра. Ну, конечно, спортивные катамараны ходят с поворотными мачтами, но мы говорим о формате крузинга. То есть большие тяжелые катамараны, на которых комфортно находиться с семьей, эти лодки не ходят против ветра. То есть угол может быть к ветру быть 60 градусов. Очень большой дрейф, очень большой снос за счет того, что они низко короткокилевые, если это вообще существует. Ну, есть, я не знаю, как это называется, я небольшой специалист в катамаранах, такие лопасти, которые опускают, предотвращают боковой дрейф. Можно, но для больших и тяжелых переходов это не то плавсредство, которое для меня было бы комфортно. Монохол ходит против ветра, может противостоять достаточно жестким погодным условиям. Естественно, есть некоторый компромисс с жилым пространством, то есть места на монохоле меньше, но та лодка, на которой мы ходим, она достаточно большая и внутри, и в кокпите, и на этот компромисс я пошел осознанно. Вот почему у меня монохол, а не катамаран. Почему на моей лодке все ломается? Хороший вопрос, прикольный. А ломается не только на моей лодке, ломается на всех лодках. Я сейчас вам расскажу немножечко, как это все работает, как это все устроено. Любая верфь, она просчитывает и производит только корпус. Все остальные элементы – это сторонние производители, будь то лебедки Харкин, генератор Онан, двигатель Янмар, там, управление двигателя ZF. Это большой набор сторонних элементов, которые собираются в одно верфью, которая имеет какое-то имя, любая на самом деле, от Бенито до каких-то дорогих лодок, эксклюзивно изготавливаемых. Поэтому то, из-за чего могут происходить отказы, может быть по нескольким причинам. Это брак, который бывает у всех, естественно. Все производители, они улучшаются. С каждым годом они производят все более и более новое совершенное оборудование. Но иногда бывают переходные модели, которые не самые удачные. Иногда эти модели ставят на лодки, и они ломаются. Это гарантийный случай, естественно. Но если вы находитесь где-то далеко и у вас отказывает какой-то элемент, ничего хорошего это вам не сулит. К сожалению, таковы реальности, такова цивилизация на данный момент, таковы материалы, из которых изготавливаются все элементы, будь то металлические или пластиковые. Второе. Отказы бывают из-за того, что нагрузки, которые были допущены на элементы, были недопустимые. То есть это может быть шторм, какие-то удары, какой-то форс-мажор нашел на риф, еще что-то. Вследствие этого могут быть поломки и отказы. Это не гарантийный случай. Третье – это естественный износ. Естественно, если это электродвигатель, скажем, водяной помпы, и лодка прошла уже, например, 50 тысяч, сколько часов за 50 тысяч проработал насос? То есть угольные щетки, которые находятся в электромоторе, они просто стираются. Естественно, вы получаете в итоге отказ. Это бывает со всеми моторами на лодке, будь то виндлас, это якорная лебедка, либо же какие-то другие моторы, там винчес, сливы туалета, что угодно. Поэтому ломается не только у меня, ломается у всех. Я просил в марине, здесь стоит порядка 5 лодок, на которых живут ребята, которые на лодках ходят. У каждой лодки есть список отказов от 15 до 30. После больших переходов этот список может быть увеличится до 100 позиций. Это, повторюсь, абсолютно нормальное явление. Лодка это то, где ты никогда не бываешь без дела. Диана ответит на несколько вопросов, я-то эти ответы знаю, но так как эти вопросы касаются ее жизни, я думаю, что будет правильно, если Диана ответит
на них сама. Итак, нас спрашивают, а как же учеба? То есть как и почему Диана не ходит в школу? Я думаю, что это как раз вот она должна и ответить. Ну, мы обдумывали это решение на протяжении какого-то периода времени и решили в итоге, что для меня будет лучше сделать перерыв в год. Вот уже пошел второй год. Но я считаю, что за это путешествие я узнала намного больше, чем за 9 лет проученных в школе. И получила намного больше знаний, подтянула английский просто невероятно сравнительно с тем, какой он был раньше. Узнала очень много интересных людей, которых бы я никогда не узнала, если бы я просто сидела в кабинете. Я, конечно, не учу физику, математику и так далее, но зато я узнаю намного больше, и эти знания нельзя сравнить абсолютно ни с чем. Ну, я просто скажу еще, что Диана закончила 9 классов, она закончила среднюю школу, и перед переходом в старшую школу мы решили сделать вот этот небольшой перерыв. Поэтому, можно сказать, Диана на домашнем обучении, а по поводу знаний, я думаю, что эти знания пойдут только на пользу. Как минимум, карту Африки по памяти со всеми странами она нарисовать уже может. Я уже делала это 2 раза. Ну вот, собственно, и все. Вопрос, не было ли мне печально уезжать из Украины, когда я только решилась на свое путешествие. Ну, я не знаю, мне, в принципе, грустно было, потому что у меня там были постоянные друзья и мама, за которой я, в принципе, скучаю. И вообще, у меня было друзей намного больше, чем те люди, которые окружают меня сейчас и которые со мной сейчас до сих пор поддерживают общение. И я реально... Не, я, кстати, не плакала, потому что я знала, что все равно вернусь и приеду там навестить всех. Но да, грустно было, но не прям настолько, чтобы я устраивала из этого депрессии, какие-то бунты и тому подобное. Так что, в принципе, терпимо. Часто спрашивают, не скучно ли мне находиться вне социума, без друзей. Ну, скажем так, я не скажу, что мне прям скучно. Я абсолютно довольствуюсь компанией самой себя и своих родителей, потому что... Но они прикольные, и мне, в принципе, с ними достаточно весело. Иногда мне бывает, конечно, грустно, из-за чего я там чуть-чуть могу пострадать, но, в принципе, я могу находить себе друзей в других социальных сетях. То есть это, конечно, друзья не навсегда в итоге, но погулять можно, и в итоге я так развеиваюсь, и потом опять возвращаюсь к своему привычному образу жизни. Также я не вижу абсолютно никаких проблем в знакомствах, потому что сейчас уже 21 век, все это очень нормально, и спокойно можно подойти к человеку на улице, с ним познакомиться. То есть в итоге с тем, чтобы найти себе каких-то друзей, компанию, не знаю, кого угодно, у меня проблем никогда особо не было и нет. Плюс я владею английским достаточно неплохо, и это мне очень, кстати, помогает. И я безумно рада, что за это путешествие я его подтянула, потому что... Я не знаю, я могу общаться с кем захочу, когда захочу и на какие угодно темы. Это очень-очень полезно и классно. Когда мне было страшнее всего? Наверное, страшно мне было на Филиппинах, когда мы выходили... Боже, откуда же это мы выходили? Субик. Из Субика выходили. Да, и перед тем, как выйти, нам позвонили, не знаю, позвали нас по рации Coast Guard и сказали, чтобы мы не выходили, потому что погодные условия очень плохи. Но папа сказал, что мы просто глянем одним глазком, выйдем, посмотрим, что там и как там. Ну и через полчаса после выхода у нас порвался парус. Ну, в принципе, погодные условия были далеко не лучше. Это был не самый длинный переход, в котором я была, но тогда мне было, наверное, страшнее всего за весь переход, за все время моего путешествия. Друзья, спасибо за то, что вы находитесь с нами на канале. Если у вас есть вопросы, мы с радостью на них ответим. Пишите и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно.